Друзья, добрый день. Меня зовут Лысенок Евгений. Я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы с вами находимся в Белеке. Будем инспектировать отель Зеугма, Папилон Зеугма. Друзья, для вас не снимал целый год. Сейчас обновил для вас видеокамеру. Хочу поснимать для вас 4К, чтобы вы посмотрели, насколько это лучше. Прошу вас написать ваши комментарии. Стало ли лучше видео, стала ли лучше картинка, какие есть еще пожелания, чтобы вы хотели, чтобы я добавил. Для меня это очень важно. Это поможет мне сделать канал более лучшим для вас и интересным. Это бар на ресепшене, лобби. Вот у нас вся территория, видите? Отель компактный. Главный ресторан. Большой красивый бассейн. Номер 2009, это стандарт. Стандартный тип номера у них 38 квадратных метров. Покрытие здесь на входе плитка. Потом идет паркетная доска или ламинат. Видите, есть одна большая кровать, одна маленькая. Плюс вот такой дополнительно диван. Балкон небольшой. Есть сушилка с видом на бассейн. Ванная комната. Здесь две раковины. Есть душ. Душ тропический. Туалет отделен вот такой дверцей. Конечно же, сейф, тапочки, халаты, мини-бар в холодильнике, каждый день пополняется, как правило. Здесь кока-кола, пиво, соки, вода, чайный уголок есть, чай, кофе, сахар. Это мы с вами посмотрели стандартный номер, он 38 квадратных метров. Сейчас пойдем посмотрим главный ресторан, посмотрим, что на завтрак у ребят здесь есть. Ресторан находится на минус первом этаже, получается. Это у нас главный ресторан, видите, какой он просторный, свежий такой, интересный. Вот смотрите, здесь есть арбуз на завтрак, клубника. Уголок свежевыжатых соков. Всевозможные йогурты. Ну а здесь у нас все стандартно. Яйца, омлет, булочки, пончики. Также у них есть терраса, можно кушать на террасе. Летом это очень, когда тепло. Хорошо, когда есть терраса, можно выйти покушать на свежем воздухе. В отеле несколько типов номеров.
5, по-моему, если не ошибаюсь. Стандарт. 3 или 4 человека размещение, максимум 38 квадратов. Мы с вами его посмотрели. Потом у них есть следующий тип номера. Это Family Room. Двухэтажный получается. Нам его не покажут, к сожалению. Потом у них есть Junior. Luxury какой-то номер, который мы будем смотреть. Они находятся на пляже, не на пляже, на второй береговой линии, где-то там подальше, типа для спокойного отдыха, чтобы, ну, дети не мешали. Также есть президентский и еще какой-то там супер люксовский номер, 128 квадратов, а президентский 245 квадратных метров, большие. В отеле активная анимация, у них анимация начинается где-то с 10 часов и в 2 ночи заканчивается. Вот смотрите на неделю, что проходит, какие мероприятия. Сегодня, ну вот, например, неон вечеринка, большой амфитеатр у них, места хватит всем. Можно пострелять. 9,2, молодец. Мы с вами едем на виллы, которые находятся немножечко дальше от моря. У отеля есть свой аквапарк. 60 тысяч квадратных метров территория. То, что мы видели, это такое маленькое начало. Основной корпус. Сейчас мы едем смотреть. Вот они. У них собственный бассейн. Номер 3101, это вилла, она состоит из двух комнат, гардеробная, сейф, тапочки, халаты, ванная комната, две раковины, разделенные дверями душ. Ванная сразу же. Панорамным окном в спальне. В зеркале вмонтирован телевизор. Видите? Можете смотреть любимые каналы и принимать ванну. Покрытие здесь у нас ламинат или паркет. Вот первая комната. Есть чайный уголок, холодильник, мини-бар. Две большие кровати. Коврик перед кроватью, чтобы ноги не замерзали. И мы видим здесь выход сразу же в собственный бассейн. Здесь у вас свои собственные шезлонги. У них есть два бассейна. Один открытый с подогревом и один открытый без подогрева. И на виллах вот свои собственные бассейны. Всего номера. Номер красивый, чистый, кондиционер центральный, еще один телевизор. Вот такие штуки люблю, прикольно, их можно включить, и когда такая еще погода не слишком жаркая или не холодная, то можно отдуваться. Это младшая, это старшая. Вот такая детская. Вот расписание. Это зона для игры в PlayStation. Три телевизора, три PlayStation, соответственно, детки играют. Все это бесплатно. Ну, а кто не хочет PlayStation, может пособирать пазлы, поиграть в настольные игры.
Детский клуб работает с 10 до 19, и вот программа, если кому это будет полезно. Мини-клаб работает с 10 до 19, дети от 4 лет принимаются. Если вы едете от компании Odeon, Sanmar или Coral, то здесь есть дополнительные бонусы для детей. Это индивидуальные занятия с логопедом, с тренером по плаванию, по этикету и так далее. Там у них довольно-таки большой выбор. Пляж у них 150 метров, небольшой, вход пологий. Для детей хорошо. Песок, это белег, здесь везде песок. Единственное, что на глубине, как правило, плита. Есть галечка маленькая на входе, но ее тут совсем немного. А в основном вот такой вот песок. На втором этаже есть зона отдыха, здесь кальянная. Вот смотрите, что чуть не пропустил. Детская площадка прямо на пляже. Это очень удобно. Вы лежите, отдыхаете, а дети играют. Площадка небольшая. В принципе, детям здесь хватит побегать. Труба, все из дерева. Хорошая площадка. Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я из России. Отдыхаю здесь 10 мая. Приехал с ребенком, с женой, довольно-таки приличный отель. Устраивает по разнообразию еды очень. Обслуживание персонала, подход. Бар хороший для мужчин, понравится. Для детей очень много чего сделано. Хорошая анимация, работаю с детьми целыми днями. Целый день я имею в виду. Выступления очень разные. Всякие, каждый день разные выступления, дискотека. Не хватает только вот бассейна маленького для детей около метра. Остальное все отлично. Здесь даже горки есть тоже, очень прикольные горки водяные. Нам очень нравится. Еще пока отдыхаем, не уезжаем, еще потом что-нибудь скажем. Спасибо, до свидания. Детская площадка. Видите, маленький бассейн детский. Рядом находится теннисный корт. Игровая площадка у них есть. Видите, вот там она под деревьями находится в тени. Ресторан возле бассейна. Сейчас он еще не работает, только начинает подготовку. Фитнес-центр, тренажерный зал. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Спасибо. Тренажерочки новые. Тренажерочки тоже. Делаю вот эти зеленые дорожки 4. И вот смотрите, какие еще есть тренажеры. Рядом еще второй зал. Здесь уже велодорожки. Для йоги коврики, ступеньки. Для занятия фитнесом. Большие горки. Здесь же находится детская компания. Здесь небольшие горки. Детям, конечно, здесь по колено. А вот он взрослая компания. С большими горками. Ну, вот это, конечно, мега какая-то крутая горка. Это спа-центр. Давайте посмотрим, что здесь у них есть. Здравствуйте. Покажите нам ваш спа-центр. Здравствуйте, добро пожаловать. Конечно, покажем. Здесь у нас идет раздевалки, то есть мужская раздевалка, женская раздевалка. Пожалуйста, здесь можете посидеть, чай попить, кофе попить. Дальше у нас массажная комната. Кюр и педикюры, косметология также имеется. После массажа релакс комнаты, пожалуйста.
Можете пойти посмотреть. Комната для тайского массажа. Чука тоже. Это косметическая комната для косметики, где работают с вашим лицом, телом. Было профессионально. Мне подсказывают, говорят, сохраняя вашу красоту и молодость. Дальше у нас VIP-комната. Здесь имеется хамам, сауна, парная. Джакузи, массажные у нас кушетки, тайская, пожалуйста, кушетка. Также здесь подают шампанское и фрукты. И с правой стороны у нас находится турецкий хамам, наш традиционный вкус хамама. Также релакс-комната у нас. Здесь есть у нас три комнаты для двоих, для одного и также как общие. Посещение идет при отдыхе бесплатно, то есть включено сюда. Сауна, парная, турецкая баня, это все включено. Здесь французская и швейцарская косметика. Персональная, брендовая. Нас выходит класса люкс. Цены на косметические услуги, вот они. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысенок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.